ой, там такая грязь сейчас потенциально может быть у бэтбумов. Такая грязища может быть с этим виспом еще, слушай. Ну, а вот Тэтчес, я, конечно, в легком шоке, скажем так, на количество убийств. Такое, правда, часто бывает. Здесь вот, похоже, претендует команда на первое убийство. У нас корабль залетает и забирает у нас Лар первый килл. Шиммер, ну, может, похарасить будет? Можно. Лар бабахнул, что по батарейке. Батарейка скоро закончится, но можно Эмершина будет добивать, сделать второе убийство. Так можно еще и Тэтчеса пробовать цепануть, друзья. Он суицидится прям под Ларла, под крипов прямо. И минус 3 от команды Бэтбум. Еще и стаки сейчас забрал. Обалдеть просто можно. 4600 у Кунки, Кунка нажимает Кресп, Торрентик, и там Иллюминейт будет, но Ларва захиливает у нас Форс Мейджор. Лар пока что впитывает, добить можно, забирают у нас, Рора не хватает, сильно маны, просто на Рора нет Иллюминейт, мимо. Продолжает спокойно за Ларвом, опять виск к нему, снова виск, ставится арена, выживает Лару, ха-ха-ха. И бутылка Рома, это минус Депрессед будет, будет еще и минус Эмершин, друзья. Но будем смотреть. Лару нажимает корабль. Крест был также использован. Будет крест. Лар, он забыл дэмэдж. Держу в курсе. Прилетает сюда дахак. Закрывает иммершн, но что-то больно. К такунке в итоге пацаны хотят отойти. Слушай, суицид. Минки там нормально. Так-то хукшот, пацаны. Какой хукшотик, а? Лару, блондинг лайт там отталкивает. Но будет крест. Будет торрент. Депресс умирает 100%. Подходит Мункушу. Мункушу, если у меня слэш. Бам-бам-бам-бам-бам. А там арблет. Ха-ха-ха. Не получается. А Санейка, да, в прошлом файте? Какой прекрасный выдох хукшот-то. Очень классно закрыл. И сейчас тоже может это сделать. В итоге закрывает он Эмершина. Там будет чуть-чуть на телепорт тычки. Подтягивается Мункуш. Мункуш только буферинует тоже на ранней минуте вполне достойно. Но в любом случае делается минус 2. И это будет сейчас минус 3, потому что и Тэтчес останавливает. Сюда копье залетает. Минус 3 в 0. Снова и счет. Уже становится неприличным. Парни их палят. Тут Санейка крест достает торрентик у нас. Но Рошку пока не убили. Там, кстати, Омнислэш-то есть. Омнислэш-то есть, друзья. И Рошан-то еще стоит. Мортира нажимается. Мика имеется. Если что, Ларва можно будет подзахилить. И даже Релокейт нажимается до базы, да? Или куда? А, на боте драка происходит. Там поймали Пашу. Минус Паша. Паша снова подставляется. А, сейчас, секундочку. Лару, полетел корабль. Ларва бью, залетается дахак у нас. Но захиливает его пока что виск, хватает. Вроде бы ему рекена, красный кунка. Разбивает мину, разбил мину. Минус Тэтчес, Рошан красный. Там Касаноли, у меня слышал, его разделили просто на всех. Это минус Джаггернаут. Это минус Рошан будет, конечно же, сейчас за бэтбумами. Конечно же. Конечно же, Кунка еще выжил, что самое интересное. Там Иллюминейт, может, он его убьет. Иллюминейт! Ха-ха-ха, забирает тычку. И есть, а Эгис правильно для Кунки делает его. Бот перетягивается у нас Кунки, видишь, здесь. И там они что-то задумали. А тут Депресс, да как его увидел? Да, пингует на него. Депресс все еще без форстафа. Что происходит? Что происходит? Депрессед! Итак, полетела Мортира, подходит поддержка. Да как больно, очень нужно срочно тизер, ему срочно Форс Мейджор, почему не хилишь, брат? Не захилил он дахака, в итоге происходит хороший очень размен по факту. Ну, для пари парней, по крайней мере. Они вот эту вот раннюю агрессию остановили, друзья. Сейчас может быть килл по Манкуши. В итоге копье немножко по таймингу нажимается. Омни слэшек на троих. Дахак, как же больно, дахаку обалдеть здесь. Мека нажимается, но в итоге Манкуши умирает. Не под героев, само собой. Было близко, на самом деле. Это смерть. Там драка начинается у нас в минуту. Дахака есть ультимейт. Он может его запустить в команде на подмогу. Будет рор. И, слушай, еще один стрик снимается. Замечательно. Там сначала сняли с Марса стрик из 8 киллов. Сейчас Кунки снимают из 6 еще. И Веспа, так знаешь, на закуску подарили им. Так, так еще и Марс поймали опять. Да что происходит? Хорош при парне, они давят. Очень качественно сейчас ставится хукшотик. Но в итоге начинается ответочка. Но Марса все равно забирают. И все это было, да? Без Джаггернаута. Пытаться. Итак. На Ларва планируется нападение. У него есть БКБ, конечно, но может его нажать. Его нужно нажимать баллон, пока не прожимает. Кастуется Омнислэш. Релокейт прекраснейший. Просто отцовский релокейт. В итоге минус Омнислэш. Манкуша. Санейка умирает. Да, ничего страшного. Возвращается обратно пацаны сюда. В итоге драка идет, забирают Манкуши. Ну, что я могу сказать? Форс Мейджор, вы просто отец. Лупить Рошика этого.
И немножко остается. Будет ли какой-то врыв? Вообще должны врываться уже. Сейчас при парне пытаться закатываться. Полетел сюда корабль. Там прыгает Марс, на себя внимание кучу отвлекает. Правильно делал все Марс. Максимально грамотно. Шар забирает себе дохак. Да, нет, да, он забрал себе. У него просто уже есть шар активный. Нужно дать кому-то будет другому. Там нажимается кукшут в Пашу. Паша дает рор. И спасает, как ни странно, себе жизнь. Убегает сюда Павел. Убежал. Ну, и Мершина хотя бы убить можно, да, потому что столько было близко цели для убийства, но только и Мершина дается. Но тоже, я крепко стараюсь вообще не пить. Так, на Санейка нападает у нас. Поймали Санейча. Ну, форстафают Санейка. В итоге Санейка пока что выживает. Я не знаю, как он вышел, но это все Вист, наверное. Своей мейкой поймали еще и Течку. Паша уже в таверне, а Санейка живет, как ни странно. Да, его возят на релокейте, а Теч остается здесь. Им минус. Так. Копье успел. Он попал. Он попал по депрессу, да прикинь. Он вообще, мне кажется, джагу бил, но прилетело сюда как-то. Я про это просто не знаю, правда говорю. Мой косяк, сейчас, секундочку. Лару полетел. Корабль не по таймингам, но есть пруты, но там шар, так что не уйти. Минус Паша будет. Здесь остальные. Кукшот, да ну нафиг. Да ну. Успевают они телепорт ему сбить, и еще один килл будет. Да, правый талант на 20 уровне. Но, я так понимаю, мы увидим его только или после мажора. Большой патч, или уже аж после интернешнл. Ладно, врыв полетел. Мне немножко стоится Виз! Форс Мейджор снова здесь. Снова здесь этот спаситель. И опять нету у меня слэша. В итоге это минус 2 сейчас будет легчайше просто для команды Bad Boom. Нажимается рефреш, еще одна линия ставится на Пашу. Паша прожимает, БКВ убегает пока. Выкупается Мершин обратно в игру. Бегает Монкуш, упрыгивает Пашка отсюда. Ну, в общем, ну вы все видели сами. Это уже 24 тысячи. Падает сторона, там залетает сбоку на Санейка, нападает на Пашу, включается бэкдор, но сторона уже упала, еще один не очень удачный хукшотик, ну и будет крест корабль, в Пашу ворвались, Пашу собирают, и вот килл, который без бая, кстати говоря, Паша у нас, Паша без бая, и это минус вторая сторона еще, в придачу, от команды Bad Boom. Ну, вы знаете, наверное, вот если взять... вот в кого верит. Ну вот, 99 на 1, там, думаю, сейчас будет 100 уже. Если взять начало карты, да, то, наверное, это логическое завершение. А там что происходит? Посмотри, нападают на Джаггернаут, то... И он даже не успел дать бой эфире и телепорт. И просто минус Джаггер. Разрыв тотальнейший. Опять же, невероятно огромное, уже 45 тысяч. Я думаю, что есть шанс даже сделать 50 у них, если только не будет прописано GG. Так, дохак нажимает. Ничего не нажимает, просто бьет. Просто бьет, ничего он не боится. Умирает у нас за семершин, умирает Тэч с минус 2 сделали. Там есть мега-крипы уже. И GG прописано. Это в итоге 1-0. Ну, друзья, начинается у нас вторая карта. Сейчас посмотрим, кто будет сильнее, парни или Bad Boom. Смогут ли Bad Boom у нас сделать сегодня 2-0. Такая же ситуация была в матче ВБ против команды Run Eaters eSports. Вот тебе и 200 монет почти уже. Хотя Макуш сейчас может умереть. Забирает его Force Major. Будет, да, верхний у нас он положил. Так. Битва начинается за руну. Ну и депресс ты ее забрал. Посмотри. Если, конечно, выживет, будет круть. А если не выживет, то... Ну тогда ошибся он. Ну ошибся тогда. Ну и она уходит. Верно это? А Монкуш-то остается один. Пак может поможет. Пак, конечно, бежит на ноге. Но он долго будет идти, Монкуши все еще сражается, бьется о клев, но его забирает, пак приходит поздно. А там дринкоил КД еще был, вот в чем дело. Но вот вверх нормально поднимается, вниз с трудом почему-то. Здесь Монкуши сюда, говорят ему у нас Bad Boom, но Монкуши пытается уйти, тоже Зевс не стесняется, ультует, помогает своей команде. И Монкуши, конечно, они забирают. 6-2, хорошее и качественное еще одно убийство, но при всем при этом Паша фармит хорошо. Депресс пока что у нас тут лазит, взлетает на Артиберн Мерш, полетел на Ларла здесь в рейв, но здесь сейчас будет подкрепа, друзья. Но приходит пока один сюда у нас, Андерлорд, они пак это убили, смотри. И Ларла выжил, обалдеть. Все расходятся, драки не будет. Куда пошел Андерлорд? Там же команда недалеко еще ушла, что они делают? Bad Boom, я честно не знаю, что они делают, на них не драться. В итоге это будет минус... Марс, ой, Марс, говорю, минус Андер в размен. Ну, что это вообще было? Вообще, я не знаю, думаю, что за цирк?
Куда они... На что они надеялись? Рофлит. Тролль. Так, ну, слушай, минус Анейка здесь точно срезает его, просто вырезает его. Энчантрес начинает с контратака, пытается убить Депресса, Депрессед, Дизимилейт, и лопается он. Аганим хорошо работает против Пака. Паку нужно Ветра брать себе, наверное, либо КБ. Тут что? Тут что у нас? Инча, хватит ли урона по ней? Еще один Дизимилейт. До свидания, мисс. Такая команда, знаешь, сейвовая, очень даже побеждает, она старается... Не сильно давить. Итак, если сейчас заберут же ЧП здесь Рошана, будет беда, будет катастрофа. Залетает Мункуши, начинает лупить Рошана, и в итоге Аегис поднимает, поднимает Андерлорд. Урса забрал себе шарф, хотя ему шарф лишним-то не будет, наверное. Убивает первый раз Андра. Итак, Урса уже без БКБ, и Урса пока в Энрейдже ставит с Code Embrace. Курсы нету, держу в курсе, только что она была использована. Мункуши отправляет Ставерн, убивает Урсу, но там красный Лар, красный Санейка, минус Лару, минус Санейка, минус Дахаг делается. Минус 3 от команды Парипарни. Даже минус 4, потому что они же убили Андерлорда в Аеге. Очень классный интеграунд. Так, он умер. Форс-менеджер-то умирает сейчас. Я думаю, сейчас 65 на 35. Но если только за команды Парипарни, ну что-то похоже, да, 62 на 38. Почти прав. За Парипарнями считают это плюс. И после этого могут быть и другие проценты, там-то еще он без кнопок, друзья, у него нет кнопок, он умрет сейчас тоже, минус 3 будет. Вау. Ну это ошибочка, но там фура, конечно, бараки пушит, смотрите. А фура в это время у нас занимается тем, чем он, в принципе, и должен заниматься. Дальше форсик себе будет брать. А, тут арба полетела, Дримко ставится, ну, видимо, такой больше, ну, защитный. Или будет драка? Да, будет драка, ПП залетают. Сюда нападает на Санейка, Санейка начинает выгрызать у него Мункуши ХП. Дахак дает Элибарду, залетел прям в гущу событий. Дахак, мне кажется, тут ошибся с своей позиционочкой. У него, конечно, есть бэбэк, но выкупаться, мне кажется, смысла здесь просто нет. И там сейчас по таймингам, ой, как неприятно будет для бэтбумов, потому что скоро появится Рошан. Слушай, что они пытаются убить Пашу, получится или не получается. Приходится домой. Куша обратно возвращается, его отталкивает, он грызается в спирита, выкупается Дахак, друзья, замес залетает, бьет Урсу, Урса, Курса прекрасная ставится, забирает они Марсия, но ничего страшного, если Дахак выживет, хотя выживет ли он, непонятно пока что. Дахак после байбека умирает, обалдеть, но там рассыпалась вся команда и делает у нас Андерлорд ультра килл. Ну и... Слушай, неужели они заберут его сейчас? Они... Да, забрали-то какие? Ну, красавчики, слушай, что... Так, Immersion. Умолите, Санейка залетает, они его видели! Двух героев, моментально минус Immersion, моментально минус Инча, минус 2 делается. Вот это ошибочка жесткая сейчас команды Парипарни. Без Enchantress будет очень тяжело драться. Вгрызаются и убивают. У нас Урса с дабл дэмэджем здесь Антрос. У него дали хорошие деньги, 733 монеты. Итак, битва ПВПшка начинается. Дахак против Мункуши. Кто кого? Дахак больно, очень больно. Сатаник доживает своего стерита. Дахак выживает, что он выжил. Его Урса не добил, обалдеть. Итак, возвращается обратно у нас Мункуши. Получил он там алебарду опять какую-то. Здесь после бая у нас Андерлорд. Есть Ремнант, а теперь нету ни Энрейджа, ничего. Это, наверное, будет минус Мункуши. А не Энрейдж был, конечно, но это его не спасает. И что самое смешное, выжил Дахак. Он выжил как, я не понимаю. Но он выживает. Ну как он там выжил, я так и не понял. Да, ну все, минус сторона. Курса ставится, подожди, не минус сторона еще. Курса, ну, сатаник, все, он живой. Урса не выкупается, Урса не выкупается, команда умирает, Урса не выкупается до сих пор. Вот это, мне кажется, ошибка жесткая. Ну, уже остается 20 секунд, он просто не хочет выкупаться уже. Но ему нужно было выкупаться, дорогой, поздно, все, уже поздно, уже команда умирает твоя. Нужно было сразу выкупаться, вот это, конечно, Мункуш сейчас. Ну, это, вы знаешь, немножко вроде остается, совсем чуть-чуть до появления там, да. Ух, с линзой это как, а? Сюда Мункуши, минус БКБ у Мункуши. Минус БКБ, возможно, и минус Мункуши, потому что у него в КД Эрчок. Сейчас, друзья, Хексо, минус Мункуши после боя. ГГ, должно быть, по идее, прописано сейчас. Я не знаю, чем они будут дефать на мажоре. Именно по этой причине. Ну и сами... Парипарни тоже виноваты.
том, что отдали все-таки команде Bad Boom здесь снова Фуриона. Они вновь стали против него играть. Но и вы все видите сами.